Смотрите, какой корнерод. Третий сентябрьский корнерод. И снова я переверну, на сапе снова я пойду. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Смотрите, видели, какой корнерод? Огромный. Вон, видите, дельфины впереди. Рыба сейчас выпрыгивала прямо из воды, как будто бурлила, знаете, так вообще офигеть. Вон дельфины, смотрите. Вон, видели? Смотрите, какой корнерод. Смотрите, какая махина. Надо учить развороты на месте. Гоняться за медузами — это, короче, пипец. Дело нелегкое. Ладно, там за дельфинами. Они быстро идут. Давай, корнерод, блядь. Через 3 сентября. GoPro. Вот это махина. Я календарь переверну, и снова первый корнерод. А где эти шмикодявки маленькие? Вот они, смотрите, какие малыши. Маленькие-маленькие рыбки, это кто вообще такие? Хотят ко мне на сап забраться. Интересная тема. Мальки. Тут что, тоже 3 сентября переворачиваете, да, календарь? Они думают, что я большая рыба. Вот это прикол вообще. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На сапе я опять пойду, и снова 3 сентября. Фу, шикардос. Гладкая вода, вообще кайф.